Я Нуфриев Кирилл Олегович, закончил бакалавриат в Московском государственном университете, здесь на экономическом факультете. И вот сейчас я выпускник магистратуры. Я ориентировался, безусловно, на практику. Для меня это очень важно. Именно получить практические знания, чтобы использовать их в дальнейшем при работе. И, конечно же, здесь я хотел познакомиться непосредственно с теми наставниками, которые имеют практический опыт в различных там, направлениях и сферах. На самом деле, я скажу, что я почерпнул, безусловно, огромнейший опыт, обучаясь здесь, и встретил различных людей. Безусловно, это очень важные связи на будущее. И я скажу, что, наверное, на 100%, даже может быть больше, да, я оправдал свои ожидания. Я сейчас на данный момент рассматриваю вариант, что я хочу пойти в аспирантуру, потому что на данный момент это считается уже как бы третьей ступенью образования. Я хотел бы в некотором случае свои навыки усилить, да, но, безусловно, я рассматриваю такой вариант, что я параллельно буду работать. То есть для меня именно воплощение тех практических знаний, которые я получил здесь, на практике очень важны. Поэтому я сейчас вот рассматриваю вариант, опять же, аспирантуры именно здесь, на экономическом факультете. И, конечно, бы хотелось вот по окончанию в новом году, да, попасть на интересное, выбрать интересную вакансию по работе. Для меня это колоссальнейший опыт и, наверное, очень знаменательная дата именно в том случае, что мы сегодня действительно уже, ну, лично вот наш весь выпуск, уходим во взрослую жизнь, во всех понятиях и смыслах данного выражения, потому что мы уже окончили бакалавриат и магистратуру, и сейчас тут отправная точка, которая готовит нас к большим достижениям, потому что я считаю, что именно МГУ готовит таких специалистов, которые в дальнейшем могут быть и могут применять свои навыки в различных сферах. Я бы на самом деле хотел поддерживать, как большинство моих друзей, связь с факультетом, потому что это очень большая история моей жизни, это большой этап, это важнейший этап, можно сказать, где я встретил замечательных людей, преподавателей, так и своих очень близких товарищей. И я думаю, что наш контакт с экономическим факультетом после окончания вот сегодняшнего выпуска замечательно никогда не закончится.